Сегодня под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева прошла 31-я сессия Ассамблеи народа Казахстана, посвященная теме «Единство народа – основа обновленного Казахстана». В работе сессии в формате онлайн и офлайн принимали участие более 700 человек. Это члены Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты парламента, руководители центральных и местных исполнительных органов, религиозных объединений, представители МПО, научной творческой интеллигенции и СМИ. В Акарде под председательством Касым-Жомарта Токаева открылась 31-я сессия Ассамблеи народа Казахстана. В своем выступлении глава государства определил три основных приоритета деятельности Ассамблеи народа Казахстана. Первый из них – усиление роли АНК в реализации политических реформ. Вторым приоритетом в речи названо усиление информационной работы и активизация общественного потенциала АНК. Третий приоритет – усиление правозащитной деятельности. Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на формировании культуры диалога и укрепление взаимопонимания и доверия в обществе. По его словам, все это необходимо для светлого будущего страны и благополучия народа. Было очень хорошо сказано, что мы должны наращивать доверие. В первую очередь, это доверие в наших взаимоотношениях. Доверие – это к органам власти, местной исполнительной власти, к органам правоохранительного блока. Вот это, над этим мы сейчас должны очень много работать. И, как вы заметили, самая первая задача, которую обозначил президент нашей страны, председатель Ассамблеи народа Казахстана, это активное участие членов Ассамблеи народа Казахстана в политических реформах. Мы должны донести до всех суть этих политических реформ и как изменится наша жизнь после этих, принятия этих решений, потому что все эти политические реформы направлены на улучшение социально-экономического положения наших граждан. Глава региона выразил признательность за плодотворную работу представителям Ассамблеи народа Казахстана на местах. Стоит отметить, что наш регион один из самых полиэтничных в стране. В Жамбылской области имеется 87 этносов из 75 этнокультурных объединений, особо активные 26. Мы члены Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области. В онлайн-режиме участвовали в работе 31-й сессии Ассамблеи народа Казахстана, которая проходит сегодня в Нур-Султане. Отрадно было услышать, что наконец-то роль Ассамблеи была оценена положительно, в том формате, что Ассамблея сыграла свою консолидирующую роль в течение всех вот этих 30 лет. Нам что нужно? В свете тех реформ, которые происходят сегодня в Казахстане, нам нужно, чтобы единство, мир, чтобы Казахстан наш процветал. И наше желание быть в числе самых могучих, сильных и процветающих государств. На сессии четко была высказана позиция о работе в инфопространстве. Инфополе, оно и есть тихий детонатор возможных конфликтов. Это самый главный конфликтоген. И в этом смысле сейчас необходимо нам всем консолидировать усилия, чтобы реальное единство, не пафосное, а реальное единство народа мы показали своими позитивными комментариями по поддержке инициатив главы государства и по поддержке решений последней сессии Ассамблеи народа Казахстана. Будущее Казахстана за образованной молодежью, за активными участниками всех процессов в государстве и, конечно же, в целом сравнительно. Нас мало в Казахстане, всего 19 миллионов. И мы можем очень быстро реализовать эти задачи, если правильно консолидироваться. А в процессах консолидации очень важно говорить об укреплении гражданской идентичности, патриотизма. Это задача каждого члена Ассамблеи народа Казахстана и каждого гражданина Республики Казахстан. Всех поздравляю с предстоящим праздником. Днем единства народа Казахстана, а также с праздником Ораза Айт.
В ходе сессии также выступили заведующая кафедра АНК Евразийского национального университета имени Гумилева, президент ОЮ Ассоциация корейцев Казахстана, вице-президент общественного объединения Халкаралык Казах Тілі Қоғамы, политический обозреватель, проректор Евразийского национального университета, корреспондент агентства «Азаттық Рухы», председатель филиала, турецкий этнокультурный центр Ахыска в городе Нур-Султан и блогер. Дана Самат, Ислам Кудиарбек, Ернар Сатыбалды, 77 Ньюс.